Привет, друзья! С вами Рашна Нидзука. Мы продолжаем летсплей по игре Never Dead. Итак, мы завершили вторую главу. Теперь зайдем в Abilities, то есть возможности, посмотрим, что-то новенькое появилось. Так. Увеличивается скорость. Это нам не надо. Ranger Blade. Атаки, дальность атаки меча увеличивается. Вот это, я думаю, полезная вещь. Шестое чувство. Игра входит в слоумо, когда ты в опасности. Написано, очень рекомендовано. Single player only. Вот тогда это мы и купим, у нас 46 тысяч. Так, эту возможность мы взяли. Электробуля, с электропули. А, выстреливает электрические пули, когда тебя током долбанул, что ли? Блин, что-то как-то это не очень прикольно, когда тебя током долбит. Я даже не знаю, стоит ли это брать. Пока. Так. Мощность пушки на 20% увеличивается. До хрена что-то. А, в принципе, не так уж до хрена. А, точно. Ущерб врагам от разрушений дается на 40% увеличивается. А, вот у меня такая фигня вроде была, тоже куплен, только там не на 40% был. В принципе, я думаю, тоже вещь полезная. Надо ее купануть. Так, а вот тут еще что? Explosive Limbs. Limbs — это что у нас, конечности, что ли? Да, используя оторванные конечности, чтобы то есть отрывая конечности, чтобы использовать их как мины или гранаты. Это, конечно, полезная вещь. Только у меня на нее денег не хватает. Надо 100 тысяч экспы набрать. Ладно, пока тогда больше на что тратиться не буду. Буду копить вот на это. Так, значит, что у нас тут? Вот шестое чувство, конечно, не мешало поставить. Только куда? Да, кстати, я же хотел еще вот что. Я же хотел еще посмотреть увеличивающие карманы увеличить свои. Где оно, интересно? Регенерация. Пули. Пистолет. Прыжок. Атака. Так, а где же эта возможность? Вот где-то она продавалась. Что-то и нету этой возможности. Вот это плохо. Видимо, я тогда купил ее. Один раз использовал. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да, на одну штуку увеличил я этот. Ладно. Так, значит, шестое чувство нужно поставить по любасу. Так, а вместо чего его поставить? А! Ага, фига, это 2 занимает, а это 4 слота. Блин. Тоже, блин, жопа. Ганпауэр 10%. Надо ганпауэр всего на 10% увеличено брать, наверное. Огненные пули есть. А, огненные пули только когда я горю, ёлки-палки, да пошли они в жопу тогда, эти пули. Я горю не так уж и часто. Так, убираем. Так. Вот это убираем. И тогда, значит, поставим шестое чувство, и у нас остается 3, да? Блин. Тогда вот это пока поставлю. Если... Да, пока все-таки придется так оставить. Ладно, потом освобожу 4, когда я увеличу эту хрень. Ущерб от разрушений. Ладно, продолжаем играть. Полицейский участок. Видимо, сейчас в полицейском участке все дело будет происходить. То есть, третий этап. Thank you.
воспоминаний. То, что ты сделал, типа тебе зачтется, что ты ответишь за свои грехи. You pitiful humans would come up with something original. I guarantee you will not hear it again. Are you sure? The condition of the medium. Бачу, 2000 лет вы так мне люди угрожаете, все это херня, а вот я гарантирую, что в этот раз это не просто слова. Don't worry about me, my love. С этой бабой не то я вижу. We shall finally put an end to him and go home. Мы наконец-то покончим с ним, поедем домой. Да, наверное, он продаст. Я дам тебе последний шанс, чтобы сдаться. Не слушай его. Он убьет нас. Давай покончим с этим раз и навсегда. И опять не показали до конца. Короче, понятно, что этим тварям нужна эта баба, которую он привел в полицейский участок. Сейчас они туда, наверное, напали. Вот сейчас по новостям, я думаю, это и показывают. Это прямо как в фильме «Терминатор». Когда он пришел за Сарой Коннор. Эй, где ты? Ты не смотрел новости? Тащись быстрее в полицейский участок. Быстрее. Близко отжрал, походу. Опа. Молодец. Да, тут полный хаос. Вау, они действительно burning down the house here. Понятно, с этой девкой что-то. Опа. Вот она, замедлялка пошла. Что, прикольно, я думаю. Надеюсь, это мне поможет. Вон за хрень появится. Ну ё. Началось что-то. Сейчас замедление почему-то не было перед тем, как меня кусанули. Вот сейчас есть. Вообще замедалку надо было как-то сделать, просто чтобы она автоматически была без всяких возможностей. Маленько бы игру облегчить. А вот, кстати, я сейчас горю, у меня были бы огненные пули. Сука, не догонишь. Я огненные пули отключил, хрен. Зато у меня есть замедлялка. Ух ты, я его рубанул, что значит. Так, а это что там такое зеленеется? Что ты говоришь, мне о ней не рассказал, о ком? Говорит, о Никки Саммерфилд, от девки. А если я соберусь делать графим, то мы подробно переведем все эти диалоги. Сейчас займемся самим геймплеем. Давайте копы съебывайте отсюда. Как тут задницы не подкусывали. Чего она там кряхтит? Надо пособирать тут полезных вещиц. I gotta stop misplacing my arms. Так. Так, а вот там у нас вообще полезная штука. А вот как мне... А! Голову надо туда кинуть. А у меня руки нету, блин, как я голову кину, если у меня нет руки, да. Сейчас убьем этого хрена. Блин, ёпт. Если ты увидишь мою левую руку, дай мне знать. Да, юморок в игре такой. Прикольно. Юморочек.
Так, хотел докинуть. Он вроде должен докинуть сейчас. Блядь, что ж такое-то? Как же так? Что, надо отсюда кидать. Блин, тип с пулями появился. С пушками. А, что такое? Я же не хотел, конечно, сотрать. Блин, не то нажал. Да. Я тупанул. Бывает, L1-R1 перепутаешь кнопочку. Там совсем разные функции. Ну, сука! Этот пулеметчик. Missing! Да, суки! О, кстати, может там предметы покупал. Я, ни хрена. Coming at you! Нужно все сносить. Полезно. Where did I last see my right leg? Нога, вот она, нога. Так, ладно, попробуем еще раз. Блин, сейчас руку отращу. И метнем голову. Да ёп! Паразит. Ну что такое-то, ёпт, из-за этого урода, который меня стрельнул, я не смог нормально прицелиться. Где он там? Где этот урод? Давай сдохни уже, наконец. Кто не хочет сдохнуть? Сдох, наконец. Так, ладно, попытка номер 3. Ну, я не понимаю, почему он так. Он не хочет туда ее закинуть. Он высоко целиться может. Давай, придурок. Да блять! Вы запарили, уроды. Предмет мне не даете взять. Ну давай. Что-то как-то вот не хочешь он так высоко кидать. Ну, почему-то какая-то хрень получается. А если подпрыгнуть? Ауч, shit! Блять, уродство какое-то. Ладно, пойду сначала с врагами разберусь, а потом уже буду пытаться взять эту хрень. Блин, я себе руку оторвал нечаянно. А, все забываю. Ау! Давай, иди сюда, урод! Ну, мать твою. Wish my arms had tracking devices. I gotta fix that. Собрать все, что можно, это обязательно. Играть мы любим. Как я уже говорил, я люблю игры, где много всего можно пособирать. Ух, тут там жесть, нет. По-моему, надо все-таки вернуться, если дадут. Взять нужные необходимые предметы. Сейчас враги там уже не мешаются. И даже... Как же мне туда... прыгнуть-то, точнее закинуть эту башню свою. Блин.
Видимо, зря я тут все переломал. Давай еще разок попробуем, друган, а? Может, этот хит накинешь? Делать, как мне быть, как же вот сюда можно встать. Эй, что с тобой случилось, псих? Так, давай запрыгивай. Так, 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 аккуратно. Ну давай. Как-то вот почему-то вот прицел прям вот не идет туда и все, вот не идет и все. Почему, непонятно. Вот там стена. Как-то это неправильно. Давай! Не знаю, что делать, блин, хочется собрать-то. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Rolling, rolling, rolling. Так. Что же делать, что же делать? Вот еще встать. Не знаю. А, во, кстати, вот. Вот, вот это отсюда точно должно получиться. О, о. Есть, наконец-таки, мать твою. Наконец-то. Все. Там, по-моему, тоже что-то какие-то патроны, что ли? Или что-то валялось. Стоит ли запариваться с этим? Так, сейчас, подожди. Камушек прикатим. Отсюда все не забрось, ладно, насрать. Это там патроны лежали, это не столь важно. Вот это я понимаю, разрушается. Как мне это радует. В полицейском-то участке-то еще все так бомбить. Понял, нам не пройти. Ух ты! Ну, отряд! Вас-то я и ждал. Но! Замедлялка работает. Самый полезный навык, видимо, в игре. Блин, руки, 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 мои руки. Фух, так, с этим я расправился, но кто-то еще идет. Мы его сейчас... А, ладно. Блин! Как же так? Тут все загорелось. А мне от этого ничего не будет. Have you seen my right leg? О, привет, друг. I'm whole again. You picked on the wrong girl. No. Нажмем, наверное, кнопочку, лифт откроется. Ну да. Больше делать тут нечего. Back to basics. We've got a problem. The holding cell is in the basement, and this elevator isn't moving. Is the power off? Да, электричество нет. Ну, где-то придется опять поработать. Thank you, sir. Блять! Откуда ты выскочил?
I needed a shave. Блять! Хорошо, что нет этих уродов, которые глотают мою голову. Она его увольнула, нет? Нет. Ну давай. А, сука, на! А вот проход открылся. Кому-то упануло из людей. Давай, где там? Жопа! Сейчас надо побольше всего разрушать, чтобы им тоже не оставалось. Неудачно. Попали в меня. Стрелок, что ли, там? Блин, сука. Ах, эта стена не сносится сейчас. Устроил. Прошли. Так, здесь мы были. Светится, а это просто свет, а вот это нет, это то, что нам нужно. Here, puppy. Тихо. Оба-на, шотга, и это вообще то, что мне нужно. That's how you do it. Get down. Блять. Да. И лучше меча оружия нет. Очень неплохо бы помогла возможность использовать руку вместо так, где куранишь, что ли? Нет. You think this is it? Where's old Lefty got to? Блять, этот столб не сносится, жалко. Блин, я же хотел меч достать. Ух, урод сильный. Головоед уже тут рядом. Ладно, да. Наверное, из дробовичка. Ай, патроны нет. Ой, блин, вот для чего замедлялка, чтобы вот в такие моменты я вовремя откатывался. Иди в жопу. Давай. Есть. Ты выбрал, говорит, неправильную девушку. Это не мне. Она говорит какому-то демону. Так, вроде все разнесли. Так, тут уже можно потеряться в этих коридорах. Где я был, а где я не был. Я, видимо, не был, потому что
красная сфера есть. Может и был. Всегда люблю, когда в играх есть карты, потому что я как-то вот визуально не запоминаю все эти места. Ну да, вот отсюда мы пришли. Так. Отсюда мы пришли. Здесь завал. Все, теперь можно к лифту чесать. Есть, отлично. Все, дверь открыта. Так, синие следы ведут сюда. А, ну да, нам же надо к лифту вернуться. I guess the power is on. Freaking hot. Let's go. Hit the switch for me? Yes, princess. Все посмотреть. Вдруг что-то пропущу. Так, ладно, лифт. It's really busy in there. Uh-huh. Get on it. What? Well, I can't do it. What are we gonna do if something happens? Как всегда предлагают мне туда прыгнуть. Are you serious? You're the only one that can jump down. I'll find another route and meet you later. Ну что ж, придется прыгать, но это будет в следующей серии. Так что, друзья, оставайтесь на канале Игрофильмы. С вами был Раша Нидзука. Всем удачи, всем пока.